В Беларуси стартовал новый учебный год. В День знаний во всех учреждениях образования страны проходят торжественные линейки. Школьный сезон начался более чем для миллиона учащихся. 115 тысяч ребят сели за парты впервые. Сегодня тема урока – в исторической памяти сила и единство белорусского народа. ГАИ призывает родителей проявлять повышенное внимание к безопасности детей. Будет осуществляться дежурство вблизи школ, расположенных у магистралей, с интенсивным движением. Сотрудники милиции будут помогать ребятам переходить дорогу, а также проконтролируют соблюдение водителями правил проезда пешеходных переходов, остановки, стоянки и перевозки несовершеннолетних пассажиров. В стране разрешили узаконить самовольные постройки. У местной власти есть право принимать в эксплуатацию одноквартирные дома и нежилые здания, которые белорусы возвели без разрешения и проектной документации. Но есть исключения. Новшество не распространяется на сооружения, расположенные в столице. В Беларуси с 1 декабря начнется предклиническое испытание собственной вакцины против COVID-19. Для создания будут использовать классическую технологию. Сейчас идет строительство нового завода в Витебской области. В перспективе здесь будут разрабатывать препараты и от других заболеваний. Нотариусы бесплатно консультируют в первый осенний день. Обращаться можно по любым вопросам – от оформления наследственных прав до составления брачных договоров. Полный список контор и бюро, их время работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты.